Ребят, подойдите сюда, ребят. Дорогие друзья, чтобы лед на сердце таял, я про этих трех пацанов здесь для стилю фристайл. С вашего позволения, давайте недолго будем насиловать мой рот. Ребята, друзья, я вас постепенно знакомлю со своим окружением. Если ты новичок и не шаришь, вполне можно заработать 1100 за месяц. Можем что-то разыграть? Да, можем разыграть пакет обучения. Борис Квашнин, мой хороший товарищ. Сегодня погоняем, узнаем раз и навсегда, кто быстрее. Харлей или Мерседес? Вообще огонь. Но мне, наверное, помогло то, что мне было насрать. И я стилю фристайл, я ведь не спортсмен. Это чисто для канала. Спортсмен, это чисто для канала. Lucky man. Ребята, друзья, я вас постепенно знакомлю со своим окружением. Один из, наверное, двух самых близких моих друзей, Иван, прилетел из Барнаула. Также он интересен не только бизнесом, но и в целом как личность. Да, а ты чем занимаешься? Рассказывай, давай. У нас академия, бизнес-академия, где мы, так скажем, выращиваем предпринимателей. Обычный человек без опыта. В чем-либо начинающий новичок может к нам прийти и познать что-то новое для себя, увидеть, потому что у нас очень крутые спикеры. Спикеры практики, не просто теоретики, как это бывает в университетах, а именно те самые играющие тренера, то есть те люди, которые на деле доказывают то, что они реально крутые предприниматели и готовы этим делиться в разных абсолютно направлениях. От английского языка до курсов ментальной арифметики с ребятишками и криптовалюта, безусловно. Мы стараемся сочетать абсолютно все тренды. Ты давно этим занимаешься? 2 месяца. Сколько заработал? Заработал, если приравнивать к нынешнему курсу биткоина, потому что у нас все завязано на биткоине, мы работаем. Пакет обучения стоимостью в биткоинах, если переводить по нынешнему курсу, то получается около 800 тысяч рублей. Если ты новичок и не шаришь, я думаю, что вполне можно заработать 1100 за месяц. Это очень легко сделать. Я, кстати, когда бизнес начал, у меня был выбор между там, покупкой айфона и там, оплатить обучение там, по бизнесу. И я выбрал обучение, и вот это, наверное, самая лучшая инвестиция моя была за все время. Ребята, всем привет! Борис Квашнин, мой хороший товарищ. Сегодня погоняем, узнаем раз и навсегда, кто быстрее. Харлей или Мерседес? Так, что это за мотоцикл у тебя? Рассказывай. Это Harley Davidson V-Rod. Night Road Special он называется. Спортбайк среди харлеев. То есть это, наверное, самый быстрый харлей. В стоке он едет 3,5 секунды до сотки. Я убрал, ну там, все хромированные всякие штучки. Если ты нажмешь там... А как завести его? Поворотники. Кстати. А, поворотники. Заводятся все Харлеи вот, вот так, с кнопки. У них не нужен ключ вставлять никуда. Вот сюда нажимаешь. это тихий выхлоп, на самом деле. Ну, покрути. Блин, ну, конечно, это не машина. Вообще, тема, конечно, классная. Я его купил в том году новым в Харлее. Это был последний, вообще последний новый V-Rod в Москве. Потому что их перестали выпускать в 2016 году. Вот. А сколько он стоил? 1 600 000 он стоил новый. Ага. Ну и еще в тюнинг я там вложил около 250 или 200-250 тысяч, наверное. Охренеть. Вот так. Да. Вот если, короче, ты купил V-Rod, и это твой первый Харлей, тебя могут даже не взять, вот типа, ну вот, в клуб, там, харлейщиков, там, и так далее. Потому что там другая немного философия. Обычно на Харлее ты едешь чисто на расслабончике, а этот мотик позволяет на нем, ну, быстро ехать. А тут вдвоем можно прям располагает. Ехать. Да, у меня тут, кстати, вон дырки видны. Это я, короче, багажник. У меня тут есть такой багажник, куда я, ну, вот, я его сейчас снял, чтобы покрасить в черный тоже его. Есть такие дырки, и будет такая спинка очень удобная, чтобы мы с женой могли куда-то ехать на дальняк и, ну...
вообще огонь. And I stay true to the beat, yeah. Rapping like I came from the streets, nah. Rapping like I want something, yeah. Rapping all about my beliefs, yeah. Rapping like you can't stop me, nah. Everybody knows what I need, yeah. Hurts every time that I see, yeah. Need a couple last minute sleep, yeah. I'ma get big, I'ma be lit. Y'all gonna hear about... Ребят, блин, хочется давать максимально полезные инфы. Спасибо за активность в комментариях. Вы очень подбадриваете. Мне очень, кстати, очень много людей написали в Телеграм. Пишут, я всем отвечаю. Подпишитесь. Обязательно. Поставьте лайк под этим видео, если вам понравилось. Мы можем что-то разыграть? Да, можем разыграть. Пакет обучения. Пакет обучения. Да. Сколько стоит? 12 тысяч. 12-15 тысяч. Можем разыграть. Три пакета, да? Ну, нужно тогда сделать понижающий. Общая стоимость сколько они будут? Порядка 80 тысяч рублей. 80 тысяч рублей. Так, что нужно сделать? Нужно подписаться на мой Инстаграм. Также подписаться на наш канал и плюс оставить ссылку на соцсеть. Мы выберем трех победителей. Я думаю, это будет очень круто. Это будет очень круто и очень полезно для самих победителей. А мы сейчас пойдем, кстати, к интересному чуваку. Короче, он фристайлер. Прям видит все и читает, и очень круто получается, под бит это делает. Продолжайте смотреть. Павлович, привет! Здорово, Егор. Знакомьтесь. И, короче, Буля, Хамука. Очень приятно. Lucky Man, счастливый человек. Почему он так называется? Это люди придумали. Короче, выиграл в розыгрыше в двух подряд квартиру и машину. В течение там... Что? Да ладно, серьезно? Серьезно, да. Была вероятность 5%. А я бы его по-другому назвал. Как? Вот прям вообще бы народ бы схавал это название. Я бы назвал его просто фартажопой. Можно у вас взять комментарий про ваш бизнес? А как у вас называется канал? Ну, фартажопой. Ребят, напишите в комментарии. Как бы сейчас можно переименовывать канал. Возможно, оставим его фартажопой, если это будет активно. Извини. Алло, мам, я не могу сейчас. Мама – это святое, кстати. Любите своих родителей. Я лет 9 назад увидел видос, как Noize MC с маленькой колоночкой в поезде фристайлит. Да, 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 да. Я, да, думаю, блин, тоже. Почему бы мне так же не попробовать? Но если он смог, чего нет. И мне все мои знакомые говорят, да вот куда ты, где Noize, где ты, где фристайл, где ты вообще. То я, короче, вообще со всеми перестал общаться, просто ходил там в парке где-то, пробовал фристайлить. Такая же лажа получалась. Потом вроде что-то стало выходить, ребята говорят, ну вроде, что-то у тебя наклевывается. Это как-то внутренняя уверенность или... Мне кажется, что вот есть люди, которым очень важно мнение окружающих, да. Которые подвластны, да. Вот этому вот мнению со стороны. Вот мне кажется, вот таких людей ты никогда не получишь. Потому что мне говоришь, что у тебя ничего не получится, иди на работу. Но мне, наверное, помогло то, что мне было насрать. То есть, ну, творчество — это мое. Я вот понял, что это мое, и я пер до конца. То есть, мне как бы негде было самореализовываться, но я уже, знаешь, сам с собой нафристайлился в лесу, как дебил. Я вообще изначально это не рассматривал как заработок. Это прям, вот, знаешь, вот прям мне рвало так идея. А ты сейчас только этим зарабатываешь, получается, фристайл. Да, прям реально у меня полная свобода, я сам по себе был до определенного момента, что я подписал контракт в пятницу с продюсерским центром. Начнется моя активная деятельность, развитие именно как исполнителя. Помимо фристайла еще будут определенные композиции, альбомы, да. Будем выстреливать. Слушай, это круто. Просто представляете, как? Вот мы вам показываем обычных ребят, и это просто у человека... У тебя было мнение окружающее, типа ты какой-то херней занимаешься, да, и поначалу. Самое важное — стартануть, да. Тебя сейчас же вообще никто не остановит. У тебя есть внутренний стержень, уверенность, что ты на правильном пути, и все четко получится. Ребят, мы готовы. Будет 3 заезда, и все посмотрим. Все, погнали. Вообще огонь. Кто так делает, а? Ну сейчас догонять надо будет.
Короче, я не включил там режим один. У меня ланч был. И так бы я бы уделал бы. Вот у меня когда Ягуар был, возможно, там, кстати, сначала вот старт быстрее. Ну, на дистанцию он быстро разгоняет. А сколько лошадей? 130. А, ну у него масса, видишь, масса, да. Ну, он 300 килограммов. Ну, зато это, пойдет дождь, там приятно, и музыка там играет в момент гонки. И по телефону можно разговаривать. Кстати, Харлей крутая тема. Вот некоторые меняют окружение полностью. Я его как менял, так и пытался людей, которые старое мое окружение, вытянуть на тот же уровень, который у меня был. То есть дотянуть. В общем, у Ваньки не получалось долгое время. И вот в январе, когда его прострелило, у меня прям истинное удовольствие. Что... И я помню, блин, когда ты в банк устраивался работать. Я хотел рассказать эту историю, кстати. Это был третий курс университета. Ага. На тот момент я занимался перепродажей сотовых телефонов. Сотовых телефонов, да. Просто чикнуло, я понял для себя, что, блин, Ваня, давай попробуй-ка. Меня хватило ровно на 2 месяца. Я понял, что традиционное рабочее место — это вообще не для меня. Я понял, что начальство... А что тебе не нравилось? Я не могу, чтобы меня кто-то контролировал. Одно и то же место, одни и те же люди, одни и те же эмоции. И эта рутинная работа, она тебя сковывает. Кстати, на тот момент ты мне говорил: «Ванек, зачем тебе это? Зачем? У тебя есть уже направление, развивай его». Но почему-то в тот момент я этого не послушал. Ну, мне нужно было это, знаете, прожить, короче, через... Попробовать все равно наткнуться на этот камень, чтобы потом пришло осознание того, что есть что-то другое. А у вас какая-то тусовка? У вас, ты рассказывал, даже показывали, да, где-то по телевизору. Да, мы замутили тусовку в городе Барнауле. Большую-большую конференцию на 620 человек. Дальше мы сделали клубную тусовку, отсняли полностью клуб. И загнали туда еще порядка 500 человек. Информация, то есть, она должна усваиваться еще и в неформальной обстановке. Когда ты в неформальной обстановке, ты общаешься с людьми, энергетика, синергия, и это вообще очень круто происходит. А я такого вообще никогда не ощущал в жизни. Это настолько прикольно, настолько классно ощущать себя на одной и той же волне со всеми. Просто вот 500 человек, и они думают, мыслят в одном и том же направлении, как и ты. Это так заряжает энергией. Не было ни пьяных, не было никаких разногласий. Все было так семейно, по-домашнему, круто и в то же время масштабно. Окружение — это вот одно из самых важных составляющих вообще человека. Если вы там думаете о том, чтобы развиваться, человек, находящийся на том или ином уровне заработка, он, ему всегда страшно вверх смотреть. Кажется, что это какой-то неизведанный, не знаю. Когда ты зарабатываешь 30 тысяч, люди, которые зарабатывают 100, кажутся какими-то там нереальными. Когда ты 100 зарабатываешь, 300 тоже какими-то там обладающими технологиями. А на самом деле это просто, ну, это как бы инструменты, правильно примененные, и какое-то там отсутствие страха или масштаба. В общем, за окружением нужно обязательно следить. Тут есть люди, которые хотят сейчас развиваться прямо здесь и сейчас, просто не знают, что делать. Вот тебе напишут, и чем ты можешь помочь? Ну, каждый человек, он всегда что-то ищет, что-то новое, но у него какие-то есть страхи, какие-то сомнения. Но опять же, за счет окружения, за счет команды, он понимает, что он здесь такой не один, и этого абсолютно не нужно стесняться. Нужно просто преодолеть вот этот барьер свой, собственного страха, позвонить, написать, спросить, узнать, познакомиться. На платформа полностью онлайн. Тебе нужен смартфон, с которого ты будешь заходить в вебинарную комнату и обучаться тому направлению, которое именно ты хочешь. В любом месте открываешь компьютер и обучаешься английскому. Это очень прикольно. В общем, там есть ссылка, но сначала подпишитесь, а потом переходите. Только у меня еще выступление сегодня ночью. С вашего позволения, давайте недолго будем насиловать мой рот. Да. Ребят, подойдите сюда, ребят. Дорогие друзья, чтобы лед на сердце таял, я про этих трех пацанов здесь, для стилю фристайл. И он стоит здесь, улыбается как-никак, в этой серой толстовке и за спиной рюкзак. На самом деле я скажу, стильный ты мужчина, какая марка любимая у тебя машины? С деньгами есть прогресс. Этот парень очень хочет взять Мерседес. Но если мы бизнесмены, если не бомжи, мы можем взять, например, AMG. Но если
едешь ты всем на Су-3, и дай боком, если это С6-3, и рядом парень в очках, в рубашке в самоволку, я вижу в правой руке у тебя бейсболку, и я стилю фристайл, я ведь не спортсмен, это чисто для канала Lucky Man, и я стилю фристайл, меня реально кроет, у вас ведь вроде не iPhone, это Android, она идет мимо, классно я зато, синий чемодан, у подруги там пальто, меня совсем не парит, это Lucky Man, Егор Бабаков парень или Бабаков, иди сюда, написано на роже, это парень Lucky Man, курточка из кожи, футболка это белая, и он не тупси в джипси, надпись Кельвин Кляйн и голубые джинсы, но я тебе скажу, парень, ты ведь длинномер, у меня, например, 47 размер, точнее я тебе наврал, и тебе меня понять, у меня размер 48,5, это очень сложно, я чемпион, это черный чехол и мощный iPhone. Дорогие друзья, я озвучить рад, это фристайл, MC Палыч, это старый Арбат. Спасибо! Красава, блин. Блин. У тебя одни плюсы, ты не платишь за парковки, потому что в Москве для мотиков практически везде бесплатные парковки. Ты, собственно, намного быстрее двигаешься, ты не стоишь в пробках и практически не платишь никаких камер, ну, штрафов, потому что у тебя номер, его номер сзади. Да. Поэтому мотик — это прикольная тема. Да. Слушай, это, конечно, все прикольно. Чем же ты так занимаешься? Расскажи нашим подписчикам, чтобы такие мотоки себе позволять. Бизнес мы продаем товары в интернете. Занимаемся рекламой, ну и сами продаем эти товары. Видеорегистраторы, пауэрбанки, какие-то часы, может быть, ну, все, какие-то детские игрушки. Подписчики наши вот сейчас сидят, смотрят и думают, сколько должен зарабатывать чувак, который купил себе мотак за 1,5 миллиона. Ну, у меня пробег на нем в этом сезоне был 1700 километров. То есть я вот за тот год 1700 километров только проехал. Миллион, у тебя уже это выскакивает ответ на вопросы. Не, сколько я зарабатываю, я не скажу конкретную там цифру, там что такое, я на широкую публику не распространяюсь. Вы слышали, ребят, мне кажется, где-то там что-то, где-то выскочило. Так, а какие у тебя цели, какие планы, как что? Просто развиваться в этом направлении дальше, в плане объемов в первую очередь. Все то же самое, что сейчас, в больших просто объемах. Слушай, а вот когда начинал, ты вот откуда взял эту идею и где почитать про это, чтобы другим ребятам? Ну, сейчас почитать об этом есть уже огромное количество мест, где там, в том числе и всяких там курсов и так далее. А я начинал, когда этого на самом деле еще ничего такого не было. То есть я чистым методом там проб и ошибок. То есть ты брал, что, взял товар где-то? Продавал. Ну, если вкратце, то это все началось вообще с того, что мы просто с другом начали продавать там китайские там часы, которые заказывали с Алиэкспресса. Потом начали смотреть там другие всякие вещи и так далее. То есть началось это изначально вот с такой движухи. Есть сейчас возможность ребятам зайти на рынок и там зарабатывать? Ниша живая, но, конечно, конкуренция в ней растет, ну, так активно. Ну, так как востребование идет, да, посильно, да, там зарабатывать. Есть... В общем, в интернете нужно развиваться, это круто, это будущее, настоящее, уже, наверное, небольшое прошлое. Да. Ну, в общем, подводя итог, мотоцикл сильнее все-таки. Но ГТР меня должен объехать. Давай следующий будет у нас обзор велосипедов, стелсов. У тебя будет Урал, у меня стелс. Кто быстрее будет. А потом на ГТРах погоняй. Борис.